Оттенок, который исчез с пола красного карандаша и вызвал настоящий красочный кризис в России. Да, это индантрен. В этой истории цвета рассказываем про пигмент ПБ-60, широко используемый как краситель в текстильной промышленности, производстве красок и других материалов. Индантреновый синий был впервые синтезирован в 1901 году химиком Рене Боном. Этот краситель считается одним из первых, характеризующийся высокой устойчивостью к свету, и именно от него произошел и сам пигмент. Изначально идея заключалась в том, чтобы создать синтетический аналог индиго. Название индантрен как раз и происходит от двух слов индиго и антрахинон, которые как раз и являются сырьем для производства красителя. В 2021 году у одного из производителей возник дефицит пигмента, а оригинальный оттенок был заменен на похожий. Художники со всей России охотились не только за запасами красок этого бренда в КК, но и скупали все возможные оттенки других брендов на этом пигменте. Но сейчас все хорошо, и индантрен можно снова найти в России. Это очень яркий, стойкий и насыщенный цвет. У него глубокий оттенок, варьирующийся от синего до фиолетового. Не исчезнет ли он снова? Время покажет. А пока рекомендуем добавить его в свою коллекцию. На всякий случай.